Поверьте моему опыту. А тут маленькая кнопочка есть. Я хорошо иметь работящую жену. Весь дом построила мне. Я гвозди только успеваю подавать. Привет, друзья. Это «Опыт чудака». Меня зовут Кузнецов Сергей. Сегодня отличная погода, май, и я покажу несколько способов, как открыть бутылку с газированным напитком с хлопком подручными средствами, без применения каких-то хитрых технологий. Первый способ. Поехали, смотрим до конца. Итак, мы имеем газированный напиток, а под рукой у меня оказался вот такой вот маленький китайский фонарик. Делаем следующее. Значит, берем вот так бутылочку, большой палец держим, можно костяшку приблизить к пробке, можно вот эту костяшку приблизить к пробке, можно мягким местом, но надо, чтобы очень-очень твердо было зажато, прямо вот хорошо, никак не прогибалось. Лучше костяшку, если опыта нет, открывания, лучше под костяшку это сделать. Итак, давление создаем небольшое, небольшое давление вот здесь. И потом вот резко, резко, резко надо вниз вот так сделать. Смотрите. Вот так вот. Газированный напиток открыт, можно пить. Если видео вам понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Скоро будет много-много интересного. Сделать, смотрите. Вот так вот.